Блин, такое я еще не встречала. Курица в гнезде. Нэнси, а что не в гнезде? Ты замерзла? Нэнси. И спит, нашла себе местечко. О, одевает. Хорошо. Хорошо, уличные кошки найдут всегда место себе. А там курица сидит. Лежит себе, отдыхает. Я открываю курятник. Смотрю, лежит. Вышла. На солнце вышло, да, здесь лучше. Тепло, скажи, чего вы там курятники сидите? А мы уезжать хотели. Сегодня хочу розы посадить. Здесь, наверное, уже все с этой клумбой. Вот не знаю, что туда посадить. Вот что нас напишет, посоветует. Вот именно вот в это место у меня пустое. Видите, получается, здесь роза заканчивается, здесь и вот она, роза. А вот этот вот участок у меня пустой. Вот не знаю, чем его заполнить. Тоже розами. Вот, думаю. Каждый день думаю, не знаю. Хочется заполнить уже до конца. Потом вот здесь вот, кто помнит, мы сажали виноград. Вот он. Виноград. Виноград. Вот, три куста. И сюда же хочу, напротив. Видите, где он заканчивается? Ворота полностью будут открываться. И здесь у нас будет арка идти. И сюда хочу, получается, вот она, калитка заканчивается. Не знаю по поводу почтового ящика. Рушан сказал, нужно будет его убрать. Мы посмотрим. И здесь точно так же воткнуть уже розы. Вот. Это надо сейчас будет песок убирать. Прямо напротив винограда. Вот. Такие сегодня у нас планы. Буду розы сажать. Вот эту вот штуку надо убирать. Шан говорит, если семена упадут, говорит, здесь потом все будет. Вот в этих штуках. Тогда надо собирать все и убирать. Да, сегодня мы займемся этим. И фундук утеплить надо будет. И гранат в огороде надо будет утеплить. Сейчас Кристину отвезем. И будем заниматься. Видите? И что ты делаешь? Я смотрю, что за роза у меня. Изучаешь, вспоминаешь? Очень удобно, кстати. По названию, вот смотри, забила название. Вот как понять, что это за роза, какого цвета она? Здесь написано, ну, да, название, смотрите. Я забила название, все. Я увидела, что это у меня за роза, что она плетистая, и все. Я начинаю изучать просто. Сколько высоту она идет, сколько в ширину. Вот. И все изучаю. Вот, у меня просто 5 кустов получается, 3-4-5 кустов роз. Я запуталась, какие у меня плетистые, какие не плетистые. Вот, теперь поняла. Вот эти 3 куста плетистые, а те не те обыкновенные. Такие вот. Низкорослые, да? Угу. Средние. Ну и правда, вот, удобно. Очень удобно и очень интересно почитать. Вот. Интернет-магазин. Кому интересно, ссылочку я оставлю в описании. Сейчас пойдем сажать. Ага. Если это прочитала, даже раздеваться не стала. Я еще не все откидал. А, вот видишь как? Интернет какой мощный. Я уже все прочитала, все узнала, все распределила. Про 5 роз все начитала. Прочитала. А я даже кучу, а? А ты даже кучу не успел еще убрать. Просто она подмерзла, она кусками идет. Песок подмерз. Ой, да ты че? Да. Да еще смотри. Ой. Нам надо бы как раз вот так проходить. Ну, вот так вот надо проходить примерно. Вот так.
Ну ты отступи так, чтобы в почтовый ящик удобно было залезть. Он разрастется. Просто докуда? Вот до сюда же правильно надо было где-то? Угу. Вровень с виноградом. Ну вот, считай, всю кучу убирать надо. Надо. Ну а что, у меня здесь еще есть работа, в принципе, пока. Я сейчас, пока у меня, видишь, там вот место, я думала, что мне там выходить? У меня же еще два куста есть. Розы у меня еще есть. Такие розы красивые. Посмотрела, вон там еще такие вот красивые розы. Обалденно. Я сейчас туда розы посажу. Ну, я чувствую, у нас весной здесь будет красота. Просто все в розах. Каких только здесь нету роз я у нас. На этой комнате только розы. Я не хочу. А туда вот, я прям вот вижу этот бурданыш. Ну, пишет, что нет, нельзя, нельзя. Розами закончила, больше роз сюда не буду сажать. Хватит. Ты опять валяешься, а, Нэнси? Я думала, с розами уже все. Вот в этот угол, не знаю что. Какой-то куст большой. Да, это куст какой-нибудь большой. Какой куст? Сирень или что-нибудь этот, там же много разных всяких этих. Почему? Типа боя, как его, барбарисы, они тоже кустами растут. Да. Барбарис сюда посадить или пузыреплодник вот сюда, но он большой. Ну, здесь достаточно места, но его также можно же подрезать, это, ну, да. Форму придавать. Вот этот угол нужно чем-то закрыть, таким крупным, чем-то красивым. Просто ты это, учитывая, что вот эти баллоны уберутся, здесь будут вровень с землей, люк только стоять. Как бы тоже вот потом получится, берется, здесь только пустота получится, поэтому... Ну, я и думаю, сюда нужно какой-то куст красивый. Вот я сейчас изучаю про пузыреплодник. Вот у меня такой я заказала. Вот, и он идет, если его посадить... Куда я показывала, он идет, получается, в высоту до 2 метров и примерно столько же в ширину. Вот. Ну, он такой красивый куст будет. Можете его попробовать. Потом вот он, барбарис. Тоже изучала, который у меня. Он идет, высота кустарника 1,5-2,5 метра и ширина 1 метр. Вот не знаю. Но лучше, скорее всего, я посажу туда пузыреплодник. Все, все убрали. Теперь буду рассаживать розы. Сколько у меня розы. Так. Определюсь только сейчас по цвету, где какая будет. Я запомнила. По названиям цвета. Так, это желтая. И вот сюда вот. Получается, напротив винограда. Тоже 3 куста винограда, 3 куста розы. Будет. Все, Рушан сейчас зальет водой. И я буду уже засаживать. Все, с розами покончено. Все посадили. Теперь надо вот с этой вот историей что-то сделать. Ой. Ой, она такая мягкая стала. Мороз ударил. И мягкая.
вонючая. Опа. Сломалось. Все по одному только, да? Угу. А сейчас я хочу. Ты же топором хотел. А я топор не нашел. Нифига себе дерево. А здесь нету семян? А, вот они. А вот это что такое, Рушан? Это семена или что? Тоже? Нет, это цветочки. А, цветочки? Семена только в колючках. Я цветочку здесь не видела. Это вот такие цветы у них. Непонятно. Ну, соберу, вдруг пригодится на следующий год. В принципе, красиво было. Офигеть, и это куст. Здесь вон целое дерево. Ого. И он такой достаточный, да? Смотрите. С какого-то маленького семяночка. Видно, не знаю. Даже не за год это получается, да? Несколько месяцев. Да. Так, вот это дерево не сломать. И что, выкапывать надо вот корень? Или не, что? Не, они сгниют. Это от семечка. А тогда, может, его можно сломать, все его долбить. Да, не так просто сломать. Ой, он скользкий. Не-не-не, не сломай. Так, а вот его вырвать можно. А, да, смотри, вырвать. О, нет, смотри, он очищается, и там скользкое что-то, да? Он скользкий ствол. Слизь. Вот так у нас проходят выходные. Выходные от стройки. Отдыхать она тоже надо? Да. Так строишься, строишься. Эй, ты клюнь. И побежала здесь Коля. Вот ей на улице нравится. Эти уличные кошки, которые имеют доступ к улице, самые счастливые. А я раньше этого не понимала. Я раньше не хотела найти на улице. Прям ни в какую. Я говорю, как же она, говорю, такая маленькая, не справится. Не, он смотрит. Нормально. Ее теперь домой не загнать. Домой зайдет, понюхает все. И тут же дверь закрыта, начинает орать криком. Вспомнит, как это дома, буквально, да? Буквально 5 минут. Да, 5 минут ее хватает. Доме. А теперь что-то ей надо, чтобы высохло, да? С железкой. Ну да, сейчас что. Туда прям клади пока. Куда? Ну вон туда, где куча. Мы потом, когда листву будем собирать здесь все граблями, и все вместе спали листву. Так пусть здесь она лежит, сохнет. Да зачем потом? Неудобно будет это. Ее засыпят орешной листвой. Ты посмотри, здесь березку не сломать. Прям по пеплу, да? Под машину не давай. Кстати. Шам. Чё? Моя соль. Чё сделать? Она у меня в сарае стояла. Я не знаю, это... Интересный случай. Ты мне сама в сарае отдала. Сказала тебе для рыбы. Кстати, у нас птицы сегодня выгули последний день. Завтра у нас будут гусей, будем убирать. Вот, а всю птицу уже загоним обратно в загон. Вот, потому что хватит им ходить уже. Что вы на меня смотрите? Я только вот, буквально 5 минут назад. Есть такое, знаешь, выражение, говорят, типа на человека говорят, который ест постоянно, и вот он ест, 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 как утка. То, что вот в них входит и сразу же выходит. Они тыкву просят, им не нужен этот корм. Ну да. Так что радуйтесь, птицы, последний день. Мы хотим переходить в миндаль. Я Рушану говорю, что мне не нравится, говорю, что она здесь сидит. А потому что нужно будет укрывать миндаль.
А вот это вот белое вот это привидение. Привидение вот изворачивать, ну не хочется. Во-первых, люди будут ездить, внимание постоянно обращать на это. Мне есть прикольно. Куршан говорит, мне тоже, говорит, не нравится. Ну да, потому что там, во-первых, у нас курчаны здесь, и многие еще держат как бы таких животных, как коров, коз и тому подобное. Вот не индюки, дай бог убежит, ходят. Индюки, да, они могут это, навредить все-таки плодовое дерево. Поэтому надо куда-то сюда. Вот, вопрос. А я, в принципе, уже вижу место. Где? Вот сюда. Вот сюда? Ну все, пересадили, нашли место. Вот здесь у нас будет миндаль. Вот все, рядками сделано. Так, кто пищит? Че пищим? И теперь нам нужно будет виноград. Вот мы посадили раз, два, три, четыре куста. И Кристина еще два куста отдала нам. Говорит, мне просто некуда. Заберите. Вот. И мы как раз досадим. Нам не хватало как раз куста два. И мы досадим. Да вы куда? Только что вас покормил. Знаете, вот здесь рис есть. Рис будете? С морковкой. О, няшка пьет. Ешьте. Отходим. Утя, отходим. Уть. Укутали наш виноград. Ну не весь, у нас на два куста не хватило. Да, ну у нас здесь, если честно, вот на Кубани, сколько мы вот наблюдали за соседями, дядя Коля даже, они просто его берут, укрывают. Обрезают основной ствол, оставляют, всю мелочь обрезают. Кладут его к земле, сверху накрывают прям шифером. Наклоняют его, сверху просто шифером. Вот, потому что винограду вообще, как мне известно, ему не страшен мороз, ему страшно обледенение. Допустим, пошел дождь, либо перепады температуры, а вот ветром, допустим, там влажность высокая у нас здесь по скоку. Вот, и при сильном морозе, возможно, обледенение сверху коркой льдом хватается. И это страшно для винограда. Поэтому многие просто укрывают, чтобы именно вот не было такого дождя, мокрого снега во время мороза. Вот я предлагаю, может быть, оставшиеся два так накроем, проверим. А если что-нибудь не получится? Ну вот, надо, допустим, вот этот виноград мы тоже будем так укрывать. Сейчас просто дядь Коля освободится немножко, он покажет, как его правильно обрезать и как его положить. Потому что его мы укутывать не будем, его будем накрывать шифером, либо соломой, так, ну, кто еще есть? Бывает, камышом просто прикрывают. Вот. Миндаль кутали. И гранат кутали. Ну, да, стоят два привидения. Кутал, что он сказал, что это гранат. Потому что у нас вот здесь вот в ряд, мы не запомнили, чего посадили. Вот поэтому вот в питомник, когда приезжаешь, ты покупаешь, они не подпишут тебе. Ну да, тебе дадут куст и все. Пять кустов. Я не знаю, как вот ты приезжаешь домой и как ты будешь определять, где какой куст. Ты знаешь, что у тебя есть хурма, ты знаешь, что у тебя миндаль, ты знаешь, что у тебя гранат там, еще что-то, какие-то кусты. А что есть что, ты не поймешь. Да, потому что если ты берешь еще немножко с листвой, еще там можно определить, допустим, грушу от яблони. Но когда, допустим, уже чуть позднее, когда листва опала, ты, в принципе, по стволу очень сложно определить какое-то вид. Ну, даже если ты определишь, какой вид, допустим, у тебя ты взял три сорта разных. Как ты узнаешь, какой, где сорт, да? Ну, да. Сейчас прям такое время, что нужно вот этим вот всем заниматься. Это да. Зато потом поешь сладко, вкусно. Ну, да. Иногда бывает, человек поленился, допустим, да, потратить там какие-то там полчаса на то, чтобы укутать дерево или тот же самый виноград.
думает, а завтра, бах, мороз дал, и все, остался без винограда. Либо без каких-либо других деревьев. Самое разбавленное, я уже, знаете, поняла, пацаны, это у нас няшка. Нюша уж спит, наелась, а это орёт. Вот она самая разбавленная у нас. У нас сегодня солнышко, так хорошо заниматься огородом. Прям хорошая погода сегодня. Чё, Рушан, нашел? Все нашел. Посадками хорошо, да, говорю, сегодня заниматься? А? Погода позволяет. Не сильный ветер, не так холодно. Ну, ветер есть. Ну, солнышко светит. Ну, немножко. Это самый большой горшок, да? И есть меньше, да, там? Меньше есть. Я думаю, нормально для этого будет. Ну, точно, да, там нет побольше горшка? Больше нету. Мне казалось, там... Нет, ведро не вариант. Хотя вариант. А почему бы и нет? Просто удобнее будет что... вытаскивать. За ручку взял, опа. Нет, за ручку ты не возьмешь. Однозначно. Просто я думала, они больше. По-моему, оказалось, у меня больше будет. Нет, нет, это самое большое. Для гортензии. Вот хотим вот эту вот крупнолистную гортензию пересадить. Дядь Коля! С инструментом с каким-то. Все на разведку. Все, ладно, выключим, привет, потом включим. Вот это крупнолистная гортензия, ее нужно убирать, оказывается. Неправильно посадили, почитали, посмотрели. Ага. Мы вчера ночью земли, как Рушан любит говорить, наворовали, да. Мы приехали в такое место страшное. С черным пакетом. Черным пакетом. Угу. Здесь вы смотрите. Как темно вокруг. Держи. Вот. Будем копать. Нам земля нужна. Так. Буду свой цветок пересаживать. А где у нас земля? Горшок туда, ты не поднимешь, горшок туда переноси. Специальная земля из-под деревьев. Вот, с такими иголками здесь. Вот. И она очень хорошо подходит к этой гортензии. Видите, она вся уже замерзла. У нас бедная. Ее куда-нибудь нужно будет в погреб спустить. Ну там есть место. Пущу. Сейчас там не влажно, потому что там вытяжка стоит. Так, а я его провела хорошенько. Все. И пошел куда-нибудь. Куда-нибудь вот на доску. Ага. О. И все, пусть стоит. Ну что, как там, Рушан? А, ну вот здесь вот видно, смотри, вся крышка мокрая прям. Не, а так сухо. Там не капает больше? Вот самая дальняя стенка. Да нет, сухо. А здесь посветлее видно, что сухо. Ну а по крышке незаметно, что сухо. Вся крышка мокрая. Хотя у нас крышка открыта. Ну, конечно, не так, не настежь. Вот. Стоит дощечка. И все открыто. Да, Нэнси? Тебе что, что-нибудь достать? Нет. А что у нас? У нас сегодня суп. Точнее, мы же не бумагу с супом есть. На сегодня последний посад, короче. Посадка. Пузыроплодник, блин. Ну, для меня что-то новое. Я даже ни разу не видела. Я только по фотографии
Видела так? Нет, а может видела, я просто не знала название. Нет, Рушан, это далеко. Ближе. Если тут это все уберется, наоборот, ближе ко мне. Вот так? Ну, примерно, да. Вот как раз. Угу. Да, у нас лопаты такие. Гнется в разные стороны. Это мужик на рынке сказал, говорит, из фольги делают, блин, я, говорит, у вас эту лопату, говорю, могу руками согнуть. Угу. Так, вода. Держи. Вода. Ну все. Теперь мы научились, да? Че, выросли и научились? Мы сейчас поедем, мы хотели в Фаловску поехать. Только что пообедали. Вот. Шан говорит, не успеем в Фаловскую. Поедем до бабушки, да, она попросила деревья спилить. Там акация. Не знаю, получится, не получится. Рушана говорит, цепь не подходит для акации. Ну, посмотрим. Может, там молодая совсем. Давай. Спрыгивай. Я здесь вот собрала контейнеры Кантимай. Все отвезем как раз. Ну, устроились. Я заправлю как раз одного бака, хватит все попилить. Протекает. Мы уже приехали. Миша боится. Миша! Трудно заводится, да? Угу. Если не так не соображу, что ли она. Все убирают, все деревья убирают. Все. Рушан спилил, что попросили. Такое ощущение, что мы всю станицу заразили, все пилить все начали. Ага, все пилят. Вот, теперь мы едем на Кантимай. Заедем, возьмем кастрюлю. Наверное, Кристину заберем, потому что уже поздно, холодно. Вот здесь он, видишь? Вот здесь все убирают. Ага. А здесь периодически, вот, кто может не знает, именно вот у нас на Кубани, в плане, в Павловском районе, очень близко вода. И очень многие деревья, вот они определенное время служат, лет 5, и потом их меняют, потому что они корни достигают воды и начинают гнить, болеть. Весь вот это. Вот поэтому я не люблю вот такие штаны. Вот. А, да? Потому что опилки, там все это стругаешь, рубишь, потом это все не это, не стряхнешь. О, на алюминий сдадим. Что? На алюминий сдадим. А, она на вес золота. Ой, это. А у вас газ есть на улице? Нету. А где вы будете греть? Дома. А, знаешь, там как надо, система какая. Что кастрюля остается стоять на плите под этим и окунать. Потому что только что у тебя вода подстыла, ты же одного окунул, держишь. Она уже остыла, и уже другого, уже она, может, у меня? Ничего, это рабочая. В смысле, гусей сюда привезти, к тебе? Ну, мы им бошки отрежем, приедем и меня порежем. У меня печка на улице. У меня кухня по скупиуму, у меня все приспособлено для этого, я все в кухне делаю. Потому что там, я тебе говорю, только ты кастрюлю опустил, окунул одного-двоих и все, вода остыла. Ее надо опять греть. А представь, вот у тебя сейчас в кухне на плите, мы будем туда затаскивать гусей, и там оно паровать будет, ты гусей будешь окунать, и что, вся кухня у тебя тоже потечет. Давай. Так что я тогда воду ставлю, вода закипает, вы приезжаете за мной. Может, с гусями сразу? Живыми?
Нет, ты чего ты? Они же. Ты куда их посадишь? А я тихо, я не за мной. Они будут идти сюда. А и придете пёхом, да? Часа в 4 утра выйдем. Давайте. Дойдем. Или мы с Юриком прибежим. Я им бошки поотрезаю, быстренько это и ко мне. Так я их вам в прицеп скидаю и все. Хорошо тогда. Ладно. Ну ладно, поехали мы за Кристианом. А, это! Слушайте! Они мешками сдают ручам. Фундук нужен. Он крупный. И они сдают по несколько... Ты поняла, что такое? Шести кустов. Они сдают несколько мешков. Представляешь, полные. Ты знаешь, да, что такое фундук? Ну да. Это этот орех, который, помнишь, мы покупали за втридорога. Угу. Они, по-моему, по 200 рублей его килограмм. А ты себе посадила? Ну, у меня-то есть еще, но я накопала, смотри, сколько у меня. Вот у меня два ореха я у них выкопала. И вот раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять штук. Сколько вам надо, берите. Вот, забирайте вот большой. Это тут уже постарше, да, получается? Да. Вот постарше, конечно, лучше. Таким, такой маленький у нас есть уже. А это вот деревом, да, который? А? Фундук же два сорта бывает, кустом и деревом. Нет, это как ты его сформируешь. А, да? У меня есть кустами, а есть, вот свекр посадил, он его сформировал деревом. Вот я вам специально взяла, все пообрезала. Чтобы было дерево. У нас вот в Киргизии я видел именно деревом, потому что по ним белки скакали прям там. Вот, и вот. Чем это так вкусно пахнет? Пойдемте поедим или крыски возьмите, приезжайте. И этот, капуста тушеная с мясом. Со свининой. Вкусно. Не надо, не говори. Не придем. Работать нам надо. Так что это самое. Я живу тут в соседи, у них кустами. Но куст должен быть только 5-6 веточек. Вот меня учили. Он задушит потом друг друга. Мелкий будет орех. У него, я как гляну, у них мешки фундука стоят. У меня такое. Я бы не продала. Я бы его сама съела. Они его продают. Ну ладно. Сколько ты возьмешь? Ну, три. Парочку. Бери три. Три? Три, конечно. Бери. И этот, он, орех не надо? Не, орех не надо. А чё, я вот такой сажал орех, у меня два взошло. Крутой. А где ты взял такой? А мы когда ездили орех сдавать, я увидел у них орехи, говорю, дайте мне на семена, она мне дала горсть. Представь, вот сколько вот мы пробовали, вот сажали вот такой крупный орех. Нифига он не растет. Не, вот у меня из трех получается, ой, я пять посадил, у меня два вышло. Дядь Коля три посадил, у него ни один не вышел. Их, короче говоря, вот так вообще надо. Орехи берешь, в воду бросаешь. Да, это я видел. И которые, допустим, всплыли, их выкидываешь. А которые утонули, они их сажать надо. Ну вот мне повезло три. Но они еще, как бы, многие бывают, они сажают, потом начинают плодоносить. И маленькие, первые 2-3 года маленький орех идет. А потом начинают эти большие у них. Ясно. Ну все, забирайте. Спилили все, твои там знакомые. А, молодцы. Бегала за нами с деньгами, мы от него бежали, короче. Она сказала, тебе даст. Кого? Не знаю, чего. Ремня. Сказала, я кандимай дам. Ну, я же вам сразу сказала, она сказала, что... Я по-другому, говорит, с ней договаривалась. Ну, я и вам сказала, что она заплатит. Что, вот эти три забираю, да? Можно? Бери. Точно тебе не надо? Ну, мне он 6 штук осталось. Ну, а те-то маленькие. Ничего страшного, у меня же есть те, что родят мои. У нас пока никто не родит. Ну, а теперь фундук. Где лопата поломалась? Пока выкапывала. А ну, представляешь, вот был куст один. Она меня попросила. Это все с семя, это с орешков, да, они начинают вырасти? Знает, ну да, они поросли их не пускают. Это самое. Она попросила меня выкопать. Я там что-то поломала, принесла домой. Стала, короче, делать мне это самое. Я свою взяла, только, короче, раз, два, такая хрясь поломала. Пошла еще одну лопату взяла. И вот это стали выкапывать. Я же думала, это как с одного корня все. А когда стали с родиком выдирать, а они, вот представь, в одном этом было 9 штук. У нас сегодня прям посадочный день, да? Мы не вылазим. Сажайте. Хорошо посадишь весной, летом хорошо да, поешь. Да, а потом, чтобы было, знаешь, как вот не ходить, не заглядать до соседей. Вот хочется, а у тебя нету.
чтобы свое было. Угу. Что, поехать туда? Тем более заниматься. Вот такие вещи надо, что вот его родила, ты его продал, у тебя денежка какая-то. Мало что сам съел, еще и прибыль угу. какая-то. Я потому что вместе еще взяла, сажайте больше. Куда? В основном как-то вот мы будем вот единственные, наверное, у нас на территории, у кого будет сад, потому что у всех поля, и мы тут одни тык-тык-тык-тык, да, с деревьями. А у нас уже многие кто засаживают, молодежь не хотят сажать огороды, засаживают саженцами, засаживают сливами, засаживают этим, как она называется, слива, что-то кемали делают. Тирань? Кемаль. Кемаль? Кемаль. Я не знаю, что это кемаль. Я знаю имя алыча. Такое. Во, алыча. Во, не слива, алыча. И люди засаживают. У меня эта сама Лена сегодня звонила, чмыхала, говорит, это тоже ее ребята. Не хотят огород сажать, заказали им, говорит, привезли по 170 рублей саженца слива. Она говорит, то ли слива, то ли алыча, говорит, не знаю. Но, говорит, засадят и все, потом собирают, люди это сдают. Ну, по крайней мере, это хоть как родит, чем вот это, блин, не надо ни пропалывать, ни, этот, ни продергивать. Mm-hmm. А помидоры вот такой вот, его и так можно купить. Чем вот это мудохались, я сколько с этой рассадой, и чё? Он племянник один только у меня, это, ему отдала же рассаду, и у него только одного уродила. У меня помидор, считай, не было. А он говорит, я ведра насобираю. Я пойду с миской на салат насобираю. А он ведра насобирал, накрутил и томата, и помидоры всего. Ладно, спасибо большое. Ну, у них хорошая вот эта вот фундук. У них, короче, да, им привезли родственники откуда-то, оттуда там где-то с гор. И от этого вот они развели, и родственники у них это самое, все поразводили вот этот фундук этот хороший. У меня мелкий, но зато он вкусный. Вот. А вот это же дядя Алик, он, Родька маленький был, он всегда нам даже приносил фундук. Это Родик, вот Родик, он крупный, но вот вкус не то. А я свой ем мелкий. У него вкус, аромат какой-то прям. Пупок свое родное. Все, поехали. Мы уже домой приехали. Что? Здесь три. Три фундука? Да. Нифига себе, за пирин там садится. Зачем его покормить? Рушан предлагает. Этот, в основном здесь отрезано, вот она будет. Рушан предлагает вот сюда. Вот так, может быть, вот так посадить? Нет, так ничего особо. Так слишком близко будет друг другу Рушан. А они вот... и по три вот так из куста растут. Да, Кантимая сказала. А вот здесь по раз. Три, а из них еще идут ветки вот эти. Он раскидистый фундук. Его как по... Формировать его можно. Можно как кустом, можно как дерево. Нижние ветки обрезаешь, и он как дерево получается. Нет, это близко к забору будет. На Иссык-Куле в Золотых Песках вот эти все аллеи, они все в фундуке. И там белки по ним. И там вот такие стволы, вот, и сверху крона. И там белки прыгают. Вот раз, два, а здесь три. Не близко к забору. Солнце, вот оно идет. Встало, пошло. Оно будет попадать, солнце. Угу. А этот орех, он еще, ну, года 3-4, его тетя Коля уберет. Потому что старый? Ну, конечно, он сейчас вон, вот, уже стволы пустые. Ну, и так уже наполовину его обкромсали, ну, да? Не держит, потому что хоздвор, да, немного затеняет. Угу. Ну, ладно тогда. Ну, ладно, будем с вами прощаться, увидимся завтра. Завтра уже по свету покажем, кого определились где. Все, всем пока. Пока-пока. Все спать легли. Куры, утки. Ну не делай. Все, побежали. Убежали на речку? Даже не останавливаясь, да? Падрик бежит, он как этот, почему-то когда бежит, у него жопа на кверху поднимается. Если Макс Макс вообще такой прям к земле как-то. Близко. Да. Все, и вот так каждый вечер они у нас гуляют. Днем редко получается, только под нашим присмотром. Лесик вот рвануло, видели. Все, всем пока. До завтрашнего дня они будут чаще гулять. Это точно. Да, с завтрашнего дня они будут чаще гулять. А вы можете вообще их выпускать? Завтра гусей не будет. Утки. Мы всех туда уберем и
порядок здесь наведем. Уточки привыкли здесь. Вот утка идет. Ты чего это загуляла, мать? Давай быстро на место. Скажи, я не мать. Ой, все холодно. Она... Еще надо пакет приготовить, да? Где мы будем землю мешать? Мы прям там можем вот так хоп-хоп размешать. Только надо чем? Ложку, наверное. Угу. Может, все-таки пакетик дать? Давай лучше пакет, да. Нам было немного поудобнее. Будем пересаживать растения. Ну как пересаживать? Не пересаживать. Дэвик, с тобой как-то вообще знаешь, как-то не очень удобно. Немного будет обычной земли, а так может достаточно. Это что? Корешки. Дэричка, давай вот сюда, зайка. Вот здесь, да. Вот тут. Все, сиди, наблюдай за нами. Вот так, сиди, наблюдай. Дэрик, ты закрылся. Ничего страшного, я там не соберу все. Сюда пока. Дэрик, в сторонку. Нормально, ты не сломаешь. Иди вот сюда. Так, все, бежи здесь. Для комнаты растений и рассады. Да. Воды еще принесли? Угу. Интересно, ты чего туда выгнала? Дарюш, иди сюда. Он сейчас встанет и все закроет. Ну и пусть. Иди. Иди сюда, иди. Скажи, кот, меня загнали. Угу. Так, наверное, плохие. Сейчас уберу. Листочки. Он знакомится со всеми. Скажи, привет, я Дэрик. Да, Дэриш? Дэрика уже все знают. Нет, у нас же есть новые подписчики. Приходят каждый день, я вижу. Плюс, плюс, плюс. Спасибо большое, кто подписывается. Теперь плохо повернулся. Дэрик, спрячь дырку свою. Дэрик! Неприлично. Убирай попик. Иди сюда, иди ко мне на ручки. Давай, залазь сюда, давай. Вот так. Умничка. Все, сиди. Видела. Ты мое счастье. Угу. Что еще? Да. Сюда прям хорошо. Вот такие вообще вот растения, я не знаю, как называется цветок. Блин, это очень сложно, мне кажется, у нас. Они какие-то все импортные. Угу. Не, ну ему уже сколько? Ему уже годик есть. Давно, достаточно. Он почему-то не растет. Ну, потому что, может, солярная подкормка нужна. А может быть, туда добавишь вот этого чуть-чуть, полежь. Там чуть-чуть на глаз.
Стой, подожди, я тебе другой ковшик принесу, чтобы ты разводила. Потому что в это разводить не надо. Для комнатных растений и рассады. Биогум. Гумус. 75 рублей стоит. Ну здрасте, может с этого ковшика кормим животных? Ну это не по крайней мере лучше, чем вот из этого. Это помыть-то так можно. Мы это же не пьем, с этого стакана не пьем. Нет, вот в этом разводи, пожалуйста. Потом стакан не то, что это. У нас их два, перепутаем, блин, а я потом буду с удобрения пить. Так мы с этого стакана и не пьем. Так у нас их два. Вот таких стаканов? Да. Он у нас один единственный. Ложка залезла. Явно ты с нее здесь ничего не пьешь. Много, да? Может, туда нужно куриных кошелек наложить? Не надо. Нет, наливай, много не будет. Все, достаточно? Да. Вот он вообще повял. Смотри, как повял. Я его опрыскаю в бане. Он у меня постоит минут 5-10. Цветы не любят. Ноги цветы не любят, когда их с места на место перетаскивают. Ну вот я не могу его места найти. Надо... Что, как на пол поставлю, как он болеет. Ты знаешь, как называется только это? Забываю всегда. Кто знает, напишите, нужно в интернете. Писали уже. Еще раз напишите, надо просто взять вот здесь эту этикеточку, прилепить. В интернете нужно вычитать, какая ему нужна, имеется в виду, там, прямые солнечные лучи. Нет, наоборот, прямые солнечные лучи не должны. Поэтому я вот сюда вот его ставила. Я его на пол поставила. А на кухне, может быть, ему тоже плохо. Знаешь, почему? Да ему везде, понимаешь? Потому что здесь газ. Потому что мы на кухне, когда поставили цветок, у нас в комнате был на подоконнике на том. Нам просто неудобно было тюль. А на кухне поставили на подоконник, он начал пропадать. Потому что там газ. Ну, вот здесь, да, скручивается, смотри как. Да, из-за газа может. Чем я? Падать попоньку. Блин, а куда его? У нас сейчас в доме ремонт начнется. Куда я его поставлю? Вообще не вариант. Только здесь. Вот здесь пусть ставит, то подальше. Так он здесь стоит и пропадает. Он пропадает, потому что ты его этот... Неправильно почву? Да, это же это торф, он же там земли нету. Посмотрим. А ты этот не будешь добавлять? Корневин? Нет, я подкормила, хватит. Это будет уже перекормка. Чуть попозже. On that beat, going crazy.